Кстати, я сегодня посмотрел по поводу той пасхалки на Айоне, посмотрел на комментарии, и я дико просто охренел. Вы серьезно, люди? Вы не знаете Айоне? Даже я такой человек, который не играл в эту игру, но я знаю ее. А как-то, я не знаю, куда попропадали резко все подписчики, которые смотрели пиксельные игры, которым нравились Айони и тому подобное. Вы чё, где вы делись, а? Пропали, что ли? Или пошли на новый канал, подписались? Так, вот мы открыли еще, и вот, смотрите, у нас попадали цепи. Это последняя, скорее всего, локация. Она маленькая, не понял. Мы появляемся там же. А, странно. Слушайте, а вот тут я бы сохранился, конечно, но... странно. Если я сюда зайду, что произойдет? Будет локация? Да, друзья, это локация, и это... Аж в горле немножко за это. Что? Тихо. Где мой свет? Где мой свет? Вот это что-то необычное, друзья. Локация выхода из... А ну-ка, я могу нажать? Нет, надо зажимать. Друзья, локация выхода из квартиры. У нас не было в оригинале выхода из квартиры. Его вообще никогда не было. А ну-ка. Ага, понятно. Его вообще никогда не было. Опа. Это для нас? Подожди, я проверю. Я проверю, потом зайду. Может быть, что-нибудь интересное тут найду? Нет, ничего не найду. Да куда ж ты убираешь-то, а? Да куда ты убираешь-то? Я ж не отжимаю кнопку. Эта игра очень странная. Она очень странно реагирует на некоторые движения. Такс. Мы приехали. Правда, куда мы приехали? Я так и думал, что у нас какая-то локация будет интересненькая, в которой... В которой... Потребуется вот этот вот фонарь. Я уже немножко засыпаю. Кстати, у нас тут очень много квартир, которые мы могли бы осматривать. А я не осматриваю. Так, у нас какой-то предмет тут нужен. Твою дивизию, я пробежал весь третий, ну или какой там этаж. Ну куда ты убираешь-то, господи. Ай, я пробежал и... Надо будет проверить сейчас. Бля, ну убирай, я не понимаю, почему я не отжимаю кнопку. Неужели у меня клавиатура какая-то тупорылая или чё? Чё она отжимает-то? Нет, тут я понимаю, что ты отжимаешь, потому что... Так, что-то меня трясет, беднягу. Сейчас возьмем, сделаем... О, господи. Очень много багов, неудобно играть, но ладно. Спишем это на то, что разработчик очень торопился и делал эту игру. Так... Да что ж ты за ёбаный ты рот? Глянь, я зажимаю кнопку. Все, ее закоротило просто как-то. Я просто зажал кнопку, и она тупо достает, ложит. Кладет, точнее. Ой, иди ты в сраку просто. Я сейчас просто вот так сделаю все. А тут надо по-любому доставать. Тихо, держи. Держи, все. Задолбало. Твою мать! Сука! Вот это я обосрался. Вот это я реально насеренькал. В эту игру надо в темноте играть. Ой, лагает. Ой, начало лагать. Так. Бля, я не пойму, как они летят. А там вообще непонятно, как они летят. Давай. Вот это я, кстати, реально пересрал. О, твою ж дивизию. Куда? Сюда? Понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По тени надо ориентироваться. Блять. Улетел. В Татарстан. Пить кумыс. Я хоть и сонный, но, блядь, пугаюсь, как я не знаю. Как неудобно карта сделана, друзья. Ну неудобно, ну и... Ну неудобно, пиздец, блядь. Выгнули бы еще как-нибудь так выгнули бы, чтобы вообще неудобно было попадать на это говно. Вот, я по тени ориентируюсь. Год. А сейчас пролагало и просто я упал. Это смешно, да. Это на самом деле ни хера не смешно. Ой, блин, пиздец какой-то. Полчаса вот надо. Я как во Второй мировой дезонтируюсь. Вот где оно? Я не вижу, просто, сука, не вижу, блядь. Кто
кто придумал? Знаете, они либо специально сделали такое управление, чтобы было тяжело приземлиться, либо корявым сделали его. Знаете, как назло, вот, чтобы ты... Вот никак, блядь, никак у тебя нахуй не получалось. Да я... Ну хватайся, хватайся, хватайся. Ты же можешь... Ты же хваталась. Ты же, ебаный рад, хваталась. Короче... Это ад Юминики, и мы просто тут умрем. В конечном счете. Тихо, тихо, не спеши. Ну, что это было-то? Ладно, короче, в жоп. Ох, неужели я это сделал? Сейчас опять если такие вот аркадные моменты пойдут, я просто, ну, не знаю, я буду 200 лет проходить. Допрыгну я, долечу. Да неужели? Тут ни графики, ни хрена, ни детали не видно, не прорабатывались. Просто ты бежишь и хрен его знает, куда бежать, что делать. Еще и пролагивает. Извиняюсь за лаги, но... Что-то как-то будем пытаться. Да ебать его! Ну просто, ну это пиздец какой-то! Ну вы просто, вы видели? Оно не видно просто, оно настолько плохо работает, оно настолько плохо... этот. Ну, я ебал просто хуйню. Это не Юминик, это параша. Вот тут вроде, друзья, мы не доходили. Я уже, наверное, раз 200 просто умер. Я не знаю. Вот сейчас не буду говорить. Но вот я нажимаю... Вы слышите по клавишам, да? Сука, ебаный. Знаете, в чем прикол? Я сейчас скажу две или больше ошибок в этой игре. И за которые я бы и даже и 100 рублей не отдал бы. И дело не в моем бомбеже, дело не в том, что я криворукий или тому подобное. Короче, прикол в том, что когда ты бежишь, у тебя есть клавиша, ну, прыжок, да? И ты нажимаешь, вы слышали сейчас, когда я бежал, я нажимал клавишу прыжок раза 3 или 4. И она не подпрыгнула. Что, я не, что значит, вот как вы думаете, отклик или чё? Не первый раз такая фигня. У меня на собаке была такая фигня. И еще самый сачок просто, ебаный рот, блять, разработчики, ну ебанутые или что нахуй. Ты нажимаешь бежать ровненько, вот ровненько, да, тебе надо куда-то пробежать, а не получается, ты, короче, как бы, ну, бежишь в ту сторону, куда надо, а ее то колотит, то еще что-нибудь, ну, карта, как вы видите, построена неровно, что ты просто бежишь ровненько и все. Карта построена чуть-чуть на бок. Я не знаю, серьезно, для чего это? Для того, чтобы усложнить. Но даже когда я бежал, помню, в заснеженной локации и где-то в других локациях. Вот я сейчас просто правую кнопку нажимаю, видите? Вот сейчас я отжал и нажимаю чуть-чуть вверх, и она бежит вверх. То есть карта построена, ну неудобно, пиздец. Но это, я понимаю, да, это специально сделано для того, чтобы, наверное, мне неудобно было играть и, ну, людям... Но отклик клавиши, сука, отклик клавиши, как? Неужели у меня клавиатура? У меня клавиатура, в принципе, я новую купил. Она не может так тупить? Вот я сейчас сюда хочу забежать. Вот, видите, я забежал. Может сохраниться тут? Это сохранение или нет, блядь? Да, в жопу. Я не знаю, даже сохранение то или нет. Я просто бегу дальше. Темно, в жопе, вырви глаз. Вот она, вы видели, да? Вот это сейчас, вот без всяких слов доказывает, насколько игра хуевая в плане 2D. Ну, друзья, вы делаете игры. Вы можете сделать, чтобы она не проваливалась. Я за всю игру провалился раз, ну, 200. Это нервы трепет просто пиздец как. Друзья, я куда-то прыгаю. И, видимо, я... Ну, я прыгнул сейчас от балды просто вперед. И, короче, смотрите, куда я попадаю. Твою мать. Ура, неужели, блядь. Какая же конченая локация. Неужели. Просто мы возвращаемся обратно. Это неужели. Самая конченная локация. Ужас. Все нервы потратил на ней. Неужели на этом закончится? Если это так, то, ну, эта локация какая-то, ну, обычная. Ни о чёмная. За секунду пробежали какого-то монстра. Я говорю, это не Юминики, это какая-то аркадка, в которой просто вы бегаете и все. Надо было по-другому игру назвать, и это было бы более лучше, потому что люди, фанаты будут сравнивать ее с той Юминики, которая была. Ну, вот такие дела.
Сейчас она спрыгнет с крыши, потому что всего ужаса этого переносить больше, наверное, не может. И как бы внизу будет ждать другая девушка, да? Девочка, точнее. Давайте смотрим. Если убрать баги, если убрать лаги, если вот эту всю фиготень убрать, то разок можно, в принципе, пройти эту игру. Как фанатам Юминики. Если вы не фанат Юминики и тому подобных игр, ни за что, ну, я не думаю, что она зайдет вам. Вы даже не поймете, о чем игра. Вы будете играть и говорить, а где сюжет? А где то, где это? А нет, смотрите, мы не прыгаем. Мы не прыгнули, друзья. У нас концовка такая, что мы ушли. Хорошая, наверное, концовка у нас получилась, да? Правда, не знаю, от чего она зависит. Все, вот и все игра, друзья. Мацуки, ой. Короче, куча людей над ней трудились, вот смотрите, да? И куча багов. Каждый человек хреново, походу, ну, с руками у него. Руки молоты просто. Ну, я не знаю, понравилась вам или нет игра. Спасибо вам за рисунки. Игруха нормальная. Я не скажу, что она классная. Ну, так, но на разочек пойдет. Жалко, конечно, что они мало времени на нее потратили. И не знаю, я видел ее за 50 баксов. Может быть, в Steam она дешевле стоит, хер его знает. Хотя вряд ли, мне кажется. Спасибо, что поиграли. Спасибо вам за баги. Спасибо, что вернули меня в ту атмосферу, которая была. Но, конечно... Было бы лучше, если бы не было лагов, багов и там подобных вещей. И еще раз хочу, друзья, вам сказать спасибо за рисуночки, за арты и тому подобное. Есть еще одна концовка этой игры. Она достигается путем получения всех вроде бы как артов, и, ну вот этих концепт-артов. И что как бы получается? Получается то, что вы откроете локацию, как вы думаете, какую? Такую же, которая была в оригинальной Юминики. Там, где вы где-то в каком-то как космической какой-то станции, я не знаю, где вы были. И чувак играл на пианинко или на фортепиано, не знаю, там огромное такое это было. И она просто засыпает там. Я просто нашел в ютубчике, и я не думаю, я не буду на нее проходить, потому что это бессмысленно, потому что это очень большое количество времени занимает. И, в принципе, я увижу то же самое, что я видел и до этого в оригинальной игре. И также вы увидите, ниоткуда она, ни с каких балконов она не спрыгивает. Чем игра, в принципе, даже хорошо заканчивается, ну, чем это даже лучше, чем оригинальная, потому что в оригинальной она просто прыгала с крыши. Зачем? Непонятно. Ну, наверное, за тем, что ее мучили кошмары, она уже не знала, как что с собой сделать и тому подобное. Поэтому, друзья, ждите Ария Story. Ария Story закроет наше прохождение вот этих двух игр, которые мы, ну, проходили, да? Она сегодня тоже, по идее, будет. Я попытаюсь и то успеть. Вот. И Night in the Woods я удаляю, и у нас будет сегодня стрим. Я попытаюсь все успеть. Опять же, я обещаю, но у меня никогда не получается все то, что надо. Вот. Всего хорошего. До скорых встреч. И не забудьте, проснитесь.